Через два дня закроется прием заявок на премию «Наше Подмосковье». От Клинского округа зарегистрировано 470 полезных инициатив. Если очень захотеть, если повезет, сайт не будет тормозить, еще можно успеть заскочить в последний вагон и подать заявку на премию. Ну а мы рассказываем о тех, кто успел. И сегодня о том, как Карина Ежова помогает в реабилитации больных детей и преподает основы экотерапии. Жизненной энергией заряжает сама природа, истина известная. А Карина Ежова это поняла на собственном опыте. Когда-то она увлеклась конным спортом, почувствовала кардинальные перемены в здоровье, привлекла к занятиям своих детей, а теперь открывает экотерапию для других. В общем понимании это восполнение жизненной энергии, в том числе даже и лечение, это терапия с помощью природы. Включает в себя очень много направлений, в том числе и ипотерапия. Ипотерапия – это лечение лошадьми с помощью лошадей и лечебной верховой езды. Экотерапией может заниматься каждый ребенок, в том числе и дети с проблемами здоровья. А помогает Карине в терапии жеребец Хари из Пегас. На нем детки совершают прогулки и тем самым получают физнагрузку и эмоционально заряжаются от общения с животным. Харис, кстати, души не чает в своих юных друзьях. Это очень здорово, поднимает настроение, он очень общительный, очень добрый, очень любит, когда к нему, просит еды. Положительно влияет и полезно, и эмоции у детей, поскольку мы практически как бы затворники дома, для нас эмоции это самое важное, где мы их еще можем получить, как не общение на природе с животными. Любим приезжать с подарками, гостинцами, кормить нашу лошадку. Видите, какой он хороший. В этом году о своей инициативе Карина заявила на премию «Наше Подмосковье». Ее цель – рассказать о новом виде реабилитации и воспитать в детях ответственное отношение к природе. Принять участие в премии мне посоветовали знакомые, тоже наши и мои единомышленники. Вот. Для чего? Только для того, чтобы развить проект, для того, чтобы больше людей знало об этом, об этой возможности. Есть вариант, когда ты можешь восстановить свои жизненные силы. И это все просто, это все близко, это природа наша, природа, откуда мы все пошли родом. В случае победы премиальные потратят на закупку упряжи и кормов для Харриса, а также на транспортировку к месту конных прогулок маломобильных ребятишек. Анастасия Галкина, Иван Першин, Наталья Красавина. Новости дня.